хочешь. А мог на нас, типа, он заагриться, когда мы закрыты, или нет? Не, ну он может на стрельбу заагриться, но по идее же мы закрыты. Не, скорее всего. Скорее всего, там есть. Да, сидит. Потому что я слышал, как будто кто-то оружие перебирал. Ты слышал? Когда он сидел тогда. Как его разделать теперь? Хотя бы потестинуть или же попробовать. Хочешь, попробуй, подойди. Подойди, я думал просто, как нам лучше. Типа, ты можешь подойти чуть ближе. Хотя тебе, в принципе, смысл. Я просто боюсь, что я подойду, сейчас он резко дверь откроет, знаешь. Я понимаю, да. И все, тогда ха-ха, скорее всего, будет. Может и нет. Короче, сейчас потиху подойду. Там, короче, нога торчит, он весь в полу, торчит только кончик ноги. Боюсь, что это все. Нет. Короче, перейди, наверное, в эту комнату. Что-то вот слева как будто топает. За вот этой... Да-да-да, есть человек. Понял. Кран закипает. Дым кидает. Рашить будет. Тебе видно? Еще кидает что-то. Дым. Тебе проход видно? Да, вижу. Хорошо, окей. Но только вижу, если он прям выйдет из дыма. Открыл двери. Открыл уже двери, окей. Да, слышу. Ходит. Что-то там свич. Гранату хочу прикинуть. Вроде кинул или нет? Ты жив? Да. Зашел. Убил. Живой? Вон он лежит. Я своего тоже убил. А, твой, что ли? Да, да. Нихуя.